Полтора месяца второй этаж центра интерьера «Ладья» был закрыт для посетителей. Здесь шла грандиозная перепланировка торгового пространства. И это был не просто ремонт, это была смена всей концепции работы второго этажа. Интерьерные товары в центре интерьера по предыдущей концепции были размещены на стеллажах. Соответственно, это обычная торговая выкладка, как у большинства торгующих компаний. Сейчас мы размещаем все интерьерные товары на столах и размещаем их не просто в виде набора какого-то экспонирования, а это оформленные дизайнерские решения. Сотрудники компании «Ладья» отслеживают все современные тренды, как российские, так и мировые, посещают различные профильные выставки. Благодаря этому в центре интерьера постоянно расширяется круг поставщиков, а следовательно и ассортимент товаров. Товары у нас обновляются ежедневно. Та концепция, которую мы сейчас реализовали, позволяет корректировать наш товар под сезон. То есть сейчас у нас осенние тренды, осенние коллекции, но уже мы готовимся к зимним, к новогодним коллекциям. Кроме современных интерьерных товаров, на втором этаже сейчас размещены образцы кухонь, которые удачно соседствуют с посудой и другой мебелью, столами и стульями. Для покупателей это очень удобно. Выбрали кухню и сразу же подобрали то, чем ее наполнить. На открытии второго этажа работали дизайнеры, которые давали гостям профессиональные консультации. Надо сказать, что теперь работа с дизайнером станет в центре интерьера постоянной. Стоит отметить, что на сегодняшний день мы единственные на севере Подмосковья, кто предлагает концепцию такого уровня. Гостям в этот день предложили мастер-классы по приготовлению торта, по сервировке стола и созданию оригинальных флористических композиций. В целом получился отличный праздник.